Идем на Манежную. Никаких у нас расколов с движением, которые с маршем миллионов у нас нет. Там сейчас ребята, насколько я понимаю, там сейчас начался прорыв. Они все пытаются сейчас прорваться на Манежку. В данный момент, насколько я понимаю, там сейчас идет, видимо, драка. Вот, мы сейчас движемся на Манежную площадь. Как же они боятся? Есть никто не будет. Проходите, проходите. Метро, здесь не надо. На Тверскую проходите, пожалуйста, будьте добры. Ограждаем Госдуму, понимаете? Ограждаем, вы не смешайте работу. Проходите. Не трогайте ёшку руками. Я не трогаю, проходите. Уберите руки. Проходим. Сегодня праздник, я гуляю в родном городе, в центре города. Почему я не могу гулять в родном городе, в центре города? Можете мне объяснить? Потому что вам сказали все это? Да, потому что нам сказали. А какой сегодня праздник? А какой сегодня праздник? Большой и прекрасный. А что за праздник? Давай, окупаться! А нам туда не надо. А почему? Не надо. Вы закон выполняете или свои собственные желания? Да. Закон исполняете? Опа, поехали отсюда, сейчас, а то сейчас тут, блин. Господа оккупанты! И даже по их законам в течение 3 суток они нам ответа не дали. То есть даже по их законам наша акция считается согласованной. То есть мэрия нашу акцию утвердила, по большому счету. Мы копим силы и от своих намерений не отказываемся. Мы думаем, что сейчас через какое-то время нас станет много, поскольку у нас изначально был план такой, что все подходят по одному. Вот сейчас уже где-то порядка там 500 человек вот в зоне видимости. Ждем еще товарищи, которые чуть позже, чем обещали нам, к сожалению, ушли с Болотной площади. Они сейчас должны подъехать, и мы будем реализовывать свои планы. Заходим. Перевести в ментуру и начать избивать там дальше. Меня избили несколько раз, по башке мне залетели. Здорово, Саша. Привет. Какой-то капитан не представляется. Угрозы нам здесь делает. Говорит, что сейчас поговорим типа по-взрослому. Я журналист. Давай, спеши оттуда. Будет с огнем. Пусти его. Лови ему, да. Держите его. Вы оружники оденьте, и все, на основании закона. Здорово, сходи. Внимай. Здорово, давай. Кино. Давай. Нахуй своя дубинка, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. А вы в хорошем времени? Давай. Давай. Давай.
Повалили все! Давай, давай! А ты что, щенок, разговариваешь? Заходим! Вот при мне сейчас на улице, при мне сейчас нам что сделать? Стою на улице, вот стояли здесь граждане, вяжут себя, ничего не делали, ленточку белую завязали. Что они сделали? За что вы нахватаете? Я живым не сдамся! Позор! 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 Не имеете права! Аккуратнее, куда вы толкаете? Не имеете права! Скоро, отойди, скоро! Да голову не ломайся, я не обалдели вообще. Что там с вами происходит? Да ничего, тут 10 человек маринуют. Какое УВД везут? Сначала говорили Западная Дегунина, потом сказали Войковская, сейчас обещают в Тверскую. Что говорят вообще, за что? Они ничего не говорят. Они говорят, что мы себя плохо ведем.